Будет казнь на ваших глазах, а именно сжигать. Побывали на рыцарских боях, как вы сейчас увидите. Вот ходили, вообще ходили, должны были пойти на открытие скейт-парка, не скейт-парка, а чемпионата по скейту, по скейтам в парке Шевченко в Одессе. Вот, ну, сначала пришли, попали на рыцарские бои там какие-то. Потом решили пойти все-таки найти чемпионат по скейтам. И пришли, а там какой-то чемпионат по роликам. На роликах катаются, догоняют. Но я не стал снимать, потому что у меня садился телефон, а рыцарские бои были более интересны. Вот. Там дрались за захваты каких-то бастилий. Потом сжигали ведьм. Ну, в общем, сейчас все увидите. Кстати, очень прошу подписаться на мой канал и поставить лайк, если вам было интересно это видео. И мы приглашаем всех на аресталище, всех бойцов, которые будут участвовать в дебое, мы приглашаем на аресталище. А я напоминаю, что по окончанию этого года мы возьмем буквально 10. Стоп! На позициях бойцы стоим. Боец садится. Боец полностью развалился. Бой продолжается, бой. И вот теперь два представителя рыцарского двора Джорджа Сабаса против одного бойца рыцаря Джона Брэйдена. Все равно уже, так скажем, к трупу своего компаньона приблизился. Боец Джона Брэйдена — это бойцы. Давай, боец Джорджа Сабаса своего оппонента, но вылетел просто мимо аресталища и сам. Нет, не факт. Не факт, может, коснулся. Я не видел этого как-то. Я помню, что после данного поединка, если он окажется победой одной из сторон бойцов, будет, как вы сказали, проведена казнь. Будут сжигать ведьму, которую уже изловили инквизиторы. Ну а сразу же после этой потеки средневековой кровожадной, которая являлась казнью всегда. А потом таки все-таки сжечь, да? Да! Конечно же, да. Так, слово Святому Отцу. Расскажите о их прегрешениях. Святая Церковь получила информацию, что на наш фестиваль была попытка наведения порчи. Испортить погоду, чтобы пошел дождь, и вы все разбежались. Допустим ли мы это? Ни за что! Никогда! Святая Церковь стоит на страже вашего благополучия. И поэтому мы изловили тех, кто пытался это сделать. Богомерзкие сущности. За это страшное злодеяние я, как великий инквизитор и глава Святой Церкви нашей, предлагаю подвергнуть их очищению огнем. Сжечь! Глаз народа, глаз Божий. Король подтверждает. Сжечь нечестивых.
А что они могут сказать? Ну да, чтоб лишнего не сказали. Вы видите, нашими монахами были изъяты доказательства причастности к черному колдовству. Они варили зелья дьявольские, дабы погубить нас. И изображение самого дьявола Люцифера в их руках. О, упаси нас, Господь. Святая Церковь защитила вас от них. Так что, на костер? Жечь! На костер. Ну что, Святая Церковь, приступайте к вашим обязанностям. Увести